Магия всем! Это Карпов Кирилл, и это моя финальная программа. В этом выпуске вас ждет несколько сюрпризов. Вы готовы? Начнем! Здравствуйте! Мы не могли вам помочь. Мы снимаем фокусную программу для финала фокуса на закрытом сайте. Хотели получить ваше участие. Вы не против? Так. Ну ты, может, футболку свою переоденешь или что? Да, я хотел сказать, я с утра одел футболку грязную, футболку случайно, где у меня собирался, по-моему, это неприятно смотреть. Хочу сказать, с утра я одел свою футболку, в попыхах с утра собирался, схватил первую почту, оказалась грязная. Все, свидательство просто футбола. Мне стыдно, если честно, перед вами мне фокус показывать. Поэтому представьте меня в чистой футболке, я пока отвернусь, а вы сконцентрируйтесь, хорошо? Я буквально. Да? О, пожалуй. Вау! Цифровый. А теперь можно и начать. Смотрите, у меня есть 3 карты, 7 буби и 8 пик. Смотрите, я беру 7 буби, убираю за спину. Что мне за спиной? 7 буби. Извините, вы ошиблись, там 8 пик. 7 буби, у меня 10. 7 пик, убираю за спину. Что мне за спиной? Извините, но вы ошиблись. 8 пик, у меня 10. Смотрите. Классно. 8 пик, да? Так, 7 буби, 7 буби. Берем 8 пик. 8 пик. Убираю 8 пик, что мне за спиной? Не уже 7 буби. Нет. Это нормально, там 8 пик. Так, что это делать? Я возьму, беру 7 буби, что у меня там? Там? Да. Это правильно. Убираю. А что сейчас там? Видите, ошиблись. Да? Чудо, пик. Чудо. Все буби здесь. Классно. И practice magic. Thank you for attending. Yeah, this watch ticket. Huh? Good. Do you like it? Yes, I like it very much. Do you think that it is? I don't believe in magic, but I like it. Thank you. Give us some comments. What you see here? What did I see here at the orphanage? Do you like this trick? Do I like trick? Yes, I like the trick. Do you think that it is really magic? No. Why? Because I don't believe in magic. I believe in God. So I believe that God can do everything, but I think tricks are pretty cool optical illusions. Thank you very much. Yeah, my neck. Какие у тебя впечатления? Я не понимаю, что произошло. Как он взлетел? Я просто в шоке, что произошло. Ты веришь в магию? Молодец. Спасибо. Верит ли он в магию? You believe in magic? No. Как тебе фокус? How do you like that trick? It's cool. I know there's a trick to it, so I don't think it's magic. У меня есть два обычных стакана. У меня есть два обычных пустых стаканчика. Да. В них налит чай. И
возьму, добавлю туда 3 кубика льда. Так. Вы любите чай со льдом? Ну да, когда жарко. Когда жарко. Но сейчас не жарко, да? Жарко, как ты сейчас жарко. Чай со льдом, это, не знаю, это, по-моему, пить даже опасно. Конечно. Я вам покажу, что идет там. Поставлю. Теперь смотрите внимательно. Лед и чай, они у вас вместе, да? Раз. Два. Три. Лед в отдельном стаканчике, да? Чай, лед, у нас отдельный. А самое интересное, если получится. Можете попробовать? Хотите? Так, подождите, а как он сделан? Хотите попробовать? Обычный чай, обычный лёд. Фокусы красивые, зрителю понравилось. Всем спасибо, все за свободу. Спасибо. Спасибо. Какое-то волшебное дно есть. Волшебное дно? Да. Ясно. А какие впечатления у вас? Ну, интересно. У вас? Да. У вас какие впечатления? Замечательно. А у вас? Замечательно. Хорошо. Обалдеть. Супер просто. Следующий фокус потребуется. Два желающих. И вы, люди. И кто еще? И давайте смотрите. Станьте здесь, перед публикой. И рядом с Олегом. И здесь, смотрите. Поближе станьте ко мне. И вытяните так, как вы руки. Вы же подруги, да? Да. Вот люди, когда находятся в близких отношениях, они находятся в состоянии рапорта. Это когда мысли и чувства их пересекаются. Вы же друзья? Ну да. Как и люди, когда находятся на одних волнах, это называется состояние рапорта. То есть мысли и действия у вас каким-то образом пересекаются. Каким-либо образом. Ты раскрой этот кулак, переверни, я вперю ему маленько пепла. Закрой руку. Вы чувствуете тепло в этом кулаке от пепла? Да, маленькое. Да. Следовательно, и вы тоже должны его почувствовать. Вы чувствуете что-нибудь в этом кулаке? Нет? Да. И подумайте о пепле. Чувствуешь тепло в руке? Смотрите, я убираю пепел, отхожу сам. И теперь у тебя, по идее, должен был оказаться в руке тоже пепел. Раскройте эти руки. Чистые, да? Раскройте эти. Покажи руку, покажи. 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 Я хочу участвовать в следующем конкурсе. Покажи пару впечатлений. Просто откройте эти руки. Откройте кулаки. Ничего нет. Откройте эти, трава вы, потом вы. И у вас появятся маленькие частицы пепла. Есть, да? Да. Не видно. Да. Есть пепел, да? Да, есть. Обалдеть, как это так? Это магия. Это магия. Вы верите в магию? Вообще нет. Ну, сейчас, по-моему, да. Я поверю в это. А вы? Откройте эти руки. Ничего нет. Откройте эти. И вот, кажется, пепел. Дэвид Блейн! Ну как? Мило. Прикольно. Давайте. Спасибо. Ну, шикарный был. Чудеса случаются. А вы? Нет, что вы думаете? Можете его выкинуть? Он понадобится. Вам понравилось, да? Да, вот. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот знаете, что чай состоит из воды, а вода обладает абсолютно уникальными свойствами. Мне понравится один участник, кто хочет. Лиша, давай, Лиша. Смотри. Обычная салфетка и обычный чай. Посмотри, что чай обычный. А как его посмотреть? Попробовать можешь. Пробуй, можешь. Нормально? Да. Может, сахар маловато. Холодно. Нормально. Смотри, я вылью на салфетку,
покажу, что он самый обычный, видишь? Ну. Ну, беру я. Так. Теперь ты сделайся. Выбор. Одной из карт. Это обычная колода? Угу. Видишь? Смотри. Возьму, перерисую. Сдвинь маленько карты. На тебя, на меня. На меня. Смотри, я возьму и переверну. Я сдвину чуть побольше. И теперь карты, которые лицом кверху, я уберу. Это наша случайная карта. Запомни ее. Запомните все. А ты запомнил? Я ее не видел. Ага. Я возьму, уберу. Держи колоду. Теперь старайся думать об этой карте. Вот вода обладает уникальным свойством, она может запоминать информацию. Сейчас у нас чай пустой. Передай информацию о карте в чай. Попробуй. Может, это будет сложно? Зал тоже помогает. Передали? Ну, наверное. Смотри, я положу салфетку, а ты вылей чай. Возьми в руку. Чай, смотри, я кладу, а ты лей. Много? Выливай. Пока не увидишь. Так, подожди. Что-то проявляется, да? Это... Это что? Это валет Буви, да? Это твоя карта? Просто покажите нам, где там... Подойдите, посмотрите. Йоу! Ого! Я сейчас поняла. Вау! Дайте посмотреть. Это очень круто, это вообще это нереально, я не знаю. Нет, ну ладно. Очень круто, правда. Мне очень понравилось, Кирилл молодец. Я вообще, это нереально, мне кажется. Я хоть и не верила в это все, сейчас я поверила в магию, да. Спасибо большое, мне было очень интересно. Спасибо. Смотри, 50 копеек обычно. Привет. Там баба постоянно. Да. Я верю. Я кожу на руку, накрою и накройте всеми руками сверху, двумя. Одну снизу, другую сверху. А, вот так? Да, крепко держите, чтобы руками не мог шевелить. Смотрите. Теперь сосредоточьтесь на монетке. Очень хорошо, чтобы ее расщепить. Раз, два, три. Убирайте руки. Ой, я силой мысли расщепил монетку. Рукава чистая. Все классно, супер, молодцы. Очень понравилось. Спасибо. Давай, Стоя. Так. Держи обычный красный шарик. Встань напротив меня. Встань туда. Смотри, давай их надуем. Смотри. Возьму. Делай то же самое с твоим. Смотри, покажи, что всем, что осталась такая штука. Смотри, Даня, давай просто помнем эти шары в руках. Сам произвольным образом. Просто мни их там. Три. Теперь, смотри, ставь эту штучку. В рот. Три, значит, три, давай дуем. Раз, два, три. Почему у меня не получилось?